19 января отмечается один из главных православных праздников. В этот день христиане вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. С этого момента и началось его служение человечеству. Сотни верующих в день крещения собрались у соборного храма Успения Пресвятой Богородицы. Здесь состоялось торжественное богослужение, после которого прошел обряд освящения воды. Многие несли крещенскую воду домой. Ее принято пить и окроплять жилище. По словам верующих, такая вода может храниться годами, оставаясь при этом свежей. Далее сотни верующих отправились к лобе. В крестном ходе принял участие и глава района Игорь Чигаев. Когда вся колонна собралась возле организованной купели, отец Александр провел обряд освящения воды. Крещенские мероприятия прошли слаженно и организованно, во многом благодаря усилиям местных властей. Во-первых, хочу поблагодарить сотрудников всей администрации, потому что один в поле, как говорится, не воин, и я бы не осил организацию такого праздника. Конечно же, большое спасибо и нашим соседям, Кашихайбальскому району, они оказали нам содействие, провели их праздник на этой территории. Спасибо сотрудникам, спасателям, сотрудникам МВД, потому что все они активно участвовали в этих крещенских праздниках в ночь. Ну а людям что хочу пожелать? В этот святой православный праздник, конечно же, крепкого здоровья, бодрости духа и энергия, которая обязательно принесет им прямо в вене крещенская вода. Накануне на берегу реки были созданы все условия, чтобы участвовать в крещенских купаниях было удобно и безопасно. Подготовили спуск к воде, трапы для схождения, оборудовали палатки для обогрева и переодевания, организовали горячий чай со сладостями. Впервые была установлена сцена и организовано тематическое музыкальное сопровождение. В числе первых в крещенскую купель окунулся Игорь Чигаев. Большое количество людей сегодня было, и удалось самому окунуться. И это, конечно, непередаваемые ощущения вместе с людьми после молебна. И призываю всех жителей быть крепкими, сильными и чтить, уважать наши праздники и по возможности вместе с нами принимать в них участие. Мира, добра, порядка всему нашему муниципалитету. Православные люди верят, что крещенская вода обладает целебными свойствами. Некоторые пришли сегодня впервые, а кто-то окунается в ледяную купель каждый год. Наша съемочная группа стала свидетелями того, что обряд омовения совершают люди всех возрастов. Желающих искупаться не пугали ни морозный воздух, ни ледяная вода. Многие отмечали замечательную организацию праздника. Как ваши ощущения? Ой, очень замечательно. Мне понравилось, хорошо. Все так сделали. Прекрасно. Да, все так. Первый раз такое видим. А вы вообще первый раз купаетесь? Нет, да, каждый год. Все прекрасно организовано, все и морально, и душевно, и все прекрасно. Приехала с центральной России, с города Саратова. И смотря вот на ваш праздник, как вы организовали, я горда за свою Россию, горда за свою Русь. Настолько слаженно. Все слова подобраны, ничего не навязчиво, все время сопровождает. Вот мы здесь находимся, ну, часа полтора уже, час, и ничего не повторилось за это время. Значит, это говорит о чем? Город готовился к этому празднику. Всего в этот день в крещенскую купель окунулись более 300 жителей и гостей города. Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».